Конечно. А, меня тоже что на замену там закинь. В рейд я не пойду уж сегодня. Могу надо. Короче, пацаны, у вас сменило, пизда вам нахуй, сейчас будете гопушку. Сейчас полетят головы нахуй. В танке. Это, Слав, пока собираешь, я быстренько. Не, не тупить, в смысле, реально отдельная тема. Так ты слушаешь? Не да, захожу. Так, да. Последнего пула или когда? Ну, с последнего Фисяо, Хейла, Undead Worm. Да хуй знает. Фисяо хорошо трэш убивает своим этим. Он же БДК вроде. Две на две не просто. А, да не дос, он же ДД, он еще меньше. Дамаж, он меньше танк. Да не доса по меня, я по танчу, блядь, а Фисяо по дамаж, блядь. Нормально все будет. Ну, в то же время Андонидас может вихревать, как бы, и БР дать. А есть кто сколько, блядь, вихрей, кто сколько контроля дал? Есть аддон? Посмотреть. Вот. Эффективность его контроля. А дай мне, пожалуйста, ассиста, идет он. Ушел. Я на твина ушел. Войт, подойди к Йотану. А, да это, в смысле, не сложно. Я по этой тактике даже помню, особо поменяли. Хей, блядь, я охуел. Ставлю. Смотри, видишь метки? На этой, блядь, как он называется? На второй фазе, чтобы хилы и РДД встали вот по этим трем меткам, и танки только там бегали. А мы здесь, милики, бегаем с трэшем отдельно. Так мы и задевать будем друг друга меньше, и там видно будет лучше, в кого эти, блядь, ебаные идут. Да, ну так, видишь, еблань, там, а по этой тактике все, блядь, изи, у каждого своя место. Дай промот Фростгорну. Нормально, все на пулы, так наберет. Что на, блядь, выносливость нету бафа ни у кого? Объездим.
Опа, есть, вон. Рабаны. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! Прими это благословение и покажи чужакам мощь нашего господина! Я завис. Все развис. Бля, так... А, чужакам мощь нашего господина. Ты не в силах противиться моей воле. Пиво за таунти. Что я вам вышел? Ответь, пожалуйста, трэш. Пришла пора взять все в свои руки. Ребят, на пулете всегда в хелфей. Не надо. Там же дебаф вроде не дает угрозы. Все, пропал. Ты не в силах противиться моей воле. Дух мели идет, ты трэш. Ты не в силах противиться моей воле. Диспел. Диспел скилла. Диспел. Я стою в заморозке. Ну продайте, Саша.
Вот тебя что. Пизда вам нахуй. Ладно. Чё они не пропали, подожди. Поднимите, пожалуйста. Я думаю, чё тут... Слышь? Я... А вот за такую хуйню не ебёте? Я в рейд ганул. Ты в слюной воет. Это у нас пиво называется этот, синдром Неликса, эта хуйня. Типа очков, понял, талантов не хватает и не берется такие таланты. Я обычно их называют долбоёбы. Куда он очки потратил, если ему не хватает? В очко? Заметили, как эти, блядь, начали играть? Когда ловили духов, блядь. КП, сука, не хотите? Начали хуячить, чтобы не получить? Походу, блядь, без КП. А я там смотрю, там некоторые милики, блядь, по центру комнаты перебегают просто, блядь, от трэша на второй фазе. Мне кажется, это нихуя неправильная идея. Че, великаны пойдем убивать? Нет, не, не было. Я души там собираю. Я бы на самом деле въебал бы КП для профилактики, чтобы другим не повадно было. А там слышишь, там, блядь, после смерти босса люди поймали этих. Как ты их, блядь, проверил? Отстрим слышать. Им тоже, блядь, нахуй сверху. Да ладно, нахуй. Не считается. Чтобы, сука, вы на расслабой. Там после смерти босса уже не отображается Феникс. Я даже посмотреть не могу, кто поймал. Да, я как-то смотрел лут на Вайше, она в луже была и сдохла. Вот так нахуй. Нас вообще, по сути, жалеть не надо, нахуй. А, слава. Да. Потому что я иду на ты потанчишь с ТОПТОМ? Не умеете тактику соблюдать. Я не смогу спать. Да тут еще ты думал, может, возьмем? Да. Я могу уступить, если надо к вам. Я на корабле тогда вой, да? Ёбаный в рот, а кем мне вечером идти на лагать на вечерний РТ? Магом нам пойду. На всех КД поймал. ДЦшкой, ДЦшкой, там ДЦ. А да прото бафнул. Так я был в сове, просто медведоёж был в хиле. А, как удобно. О, с Элем есть.
скиньте, блядь, пожалуйста. Короче, на кораблях сдохните, нахуй, натрёшь. 250, нахуй. Один эрдру по-любому должен быть пройти. Вообще, ГП очень хорошая штука, она лечит, всё. Да. Я на корабле все. Ты так уел хотя бы при собах, блядь. Писал, ты цена. Да-да, все, блядь. При. Да я взял, одел. При ГПшке даже слепой начнет видеть там. Будем биться со смертельным врагом Лактарагар. Вортрон, взлетаем. Про ты мотивируешь, Войт. Ну, у нас, ребят, все хорошие, у нас таких... Стоп, не да. Нас, говорит, это... Видите? Что это там? Это прикольное интервью, я тоже видел этого мужика. Я 4 недолбоёба найти на одном сервере. 5 4 3 2 1. Сейчас вы ответите перед Солфангом. Я вам даже помогу тряпочку. Трока фука. Да, конечно. Пушки! Марширщики! Заряжай!
Нет. Улетай. Почему не портует? Портует. Нарез. Дело только войт. Не, живым раньше потовало, пока кто-то не написал, что, блядь, прыгаешь вниз, он тебя на корабль тыпаешь, и то время бы. Блядь, это было... Это было, когда был баг, когда ты прыгаешь за борт во время боя, тебя на корабль тыпаешь. Да, я спекнусь. Запястья на энку упали. Они у меня есть, мне нахуй не нужны. Забирай. А, ты не на энке. ЗС-ки получше будет. Войд, не надо, Войд, извини. Вообще не нужно. Извини, не то нажал. Хорошо, прошу, все, все, все. Не случайно, не то нажал. Да, 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 да. Не нужно оно вообще. Отлично. Вадим Паладин, бафни каску. Ганту я. Это штанковская вроде. Герои, будьте начеку. Лек только что. Присоединись ко мне. Ну, похоже. Перейди на мою сторону. И вместе мы разрушим этот мир во имя плети и во славу короля Лича. А рыбку вы не ставили? Я сильнее и могу. Еще 40 секунд. Не умирал. Ты можешь представить. До следи умирал. Удивительно. Там сова в контроле дала два каста. Момент. Ну, не знаю, градар может какой-то или... Может, звонил МТС, хотел тебе акцию какую-то предложить. Может быть и банк. Жалкие старики. Вы что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественно проявили короля Лича? На мне метка опять есть. Правильно.
Сейчас сразу, блядь, забираю и не танчу. Да, типа того. Нет, я просто, в смысле, блядь, не стал так делать, потому что тебе это, блядь, как-то не так на тебя действует. Дверь-то откройте. Кавалер, вроде. Тебя, как подобает, в Награнде, рядом с матерью и предками. Погоди, ты линкуй, чё там? За я не вижу ничего. Давай на третий спек будем ролить. Крыли нет, портал. У меня, блядь, ноги не вкачаны, понимаешь, бегать. А чё, у нас третий спек же, по-моему, за ГПшку. Чего? Блять, у тебя главное второй, блять, парол, а третий за ГПшку, да? Ну и второй у него тоже. Включенный, тут много народу, не? Готовы трафить. Это мало. Есть силы, есть. Может, не на танку ролит, а на дляшку. ДД у него инспект за ГПшку он забирает. Ромеич этот. Или я не прав. Смотри, у него ДД спек. Мейн спек ДД. Да. Он как бы забирает не на танк, а забирает на ДД. Ну, грубо говоря, скажем, для ПВП. У него, естественно, типа идет за ГП. Правильно же? А фулл... Да нахуй я его выкидываю тогда. Блять, ты ёт у него распылить. А, вон, Сисяо хочет. ЗП ролил, а выиграл чувак, который не ролил за ГП. Прикольно. Там боешка. Просто смотри, Редвар, я ролю на Фроста, но я же в ванхолике хожу. Вдруг, допустим, я не буду в ванхолике давать ДПС, и потом, если что, просто у меня будет шмот на Фроста. Дело не в этом. Тут дело в том, даже если ты ходишь в ПВП, это все равно за ГП забирается. Я не хожу в ПВП, это для ПВЕ спека, которого нет. Как у рогов, я тебе говорю, комбо, ты, блядь, и похуй, мутик, не мутик, все равно ты ролишь, блядь, понимаешь или нет? Я-то да понимаю, ты... да мне-то похуй, просто я потом не буду ДПС давать, я в рейды поешь, ходить не буду и все. А так у меня шмот будет, я буду, блядь, спекнусь и буду давать ДПС. Как полик топ сейчас, блядь, как нахуй из него спекаться? В жизни всякое бывает, фросты вчера тоже ДПС давали, а сегодня 15к. А шмот разный идет на фаера и на фроста.
просто как бы заранее, но у нас понял вот эти за ГП. Столик всегда топ. Всегда топан. В анхолике я хожу. Ну, Hellfane. Когда не топ. 4 это 5 будет, и 3 не будет, топ. Человек, в котором ходит Hellfane, всегда проклят. Я имею в виду, он переагривает на фраз. Заберите там кто там. Кому присоединить? Чем ты агришь, велика? Это. Петов заберите. НТК, ты видишь таргет таргета? То есть скажи, пожалуйста, который на танке. Что, что? Нахуя я пытаюсь его увести на мне, блять, агро, а ты его таунтишь, блять, да? Я его притянул сюда. Когда я притягиваю, агро на меня переключается. Когда он сюда, когда его сюда его бежал, ты его стопнул, блять, посреди комнаты. Я не знаю, я таунт не жму третий, четвертый раз. Я один раз таунт жму, только если на... Чё, тащите собаку? Хуя в комнату. Хуя, хуя. Он же сам притянул. Они не и медведоёжа на ОФ тоже, да? Пишите сразу. Медведоёж даже на третий, даже на третий. Всё хватает, погнали. Будьте осторожны, не такое уж оно и отлично.
какой-то на тебя священный щит не ложит, что ли? Тут не видишь толку. Просто... Надо просто надо вместе сбежаться и две сферы поймать. Так, там встань со сферой. Папочка, у меня получилось. Зайдись. Дайте репо. Облако газа, только будьте осторожны, не такое уж оно и обычное. Что-то по нему уже прям больно так пробивают. Я не понял, это какой тут? Но у меня полтинник еще висит 6. Ладно. Расскажи мне, пожалуйста, что бьет. Вячеслав. Тухлопус, ты всегда был моим любимчиком. Я чуть должен дышника тебя нон-стопом скинуть или что? Оставил столько газа. Я его даже... Щит молитва висит, что? Ух ты, смотри, какой хитрый, блядь. Ладно, шаман с паладином, не спорю, а ДТшнику зубы были. Я не знаю, ты спроси Холи Паулу.
А Войт, ты не тому тапки отдал. Там Энджи попрёр. Угу. Он просто в самом верху, поэтому там не это. Пропустил, наверное. Ну он квест еще не сдал. Ты дай лутер. Угу. Да, сейчас. А Энджи что, типа без этого, без вот, без аддона ролит? Нет, нет. Я увидел, что у него, в чем проблема. Там, скорее всего, бой начался, а из-за этого забагалось. Я вообще Энджи в ЕПГП не видел до этого, поэтому... Ага, сейчас посмотрю. Там ЕП ни за кого не давали, блин. Журнал открой, посмотри. Там ЕП. Сейчас, сейчас, сейчас. Я гляну. Да, только за ребро давали. Заебись. Кто заблевал? Мы там что, на манекене что ли вайпер? РДДшников стоял в мелизоне. Вайп рейда 250. Ты поводишь. Мне что-то кажется, что что-то не так я сделал. Гляну как. Зачем кто-то встал, что ли? Я же давал диван. Не, камень давали.
Какой нахуй красный кружок? На 7 бак. Народ, слизь снова потекла. Липучка-вонючка! Отличные новости, народ! Слизь снова потекла. Отличные новости, народ! Я починил трубы для подачи ядовитой сыпочки, вонючка! Там пиво вылетел. А нам хватит человек на рынже? Большой уже 5 минут стоит. Опять большой.
есть и отличные новости. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Ого, да я поэт. Потрясающе. Пиво отойду. Только не бедвидаешь тебя мелких забирать. Особенно тот, который воет слизней, блядь. Не почему.